Всем привет! Смотрите, что у нас сегодня есть. Вот какое ведерко у нас тюльки. Сегодня был у нас магазин, приезжал с Нью-Йорка. И я его очень просила, чтобы привезли тюльки. Иногда ее нету, потому что они ее берут в Канаде. Канада. Не всегда она есть. Я уже попробовала, хорошенькая. За 1 лб тюльки $7. То здесь у нас 8 лб, на крышечке написано 8 лб, то за ведерко я заплатила $56, вот за это, где-то в килограммах это будет где-то около 4 килограмм, где-то так, пахнет такая вкусненькая, сейчас будем кушать. И купила еще я вот такой сыр, очень вкусный тоже. Колбасы сегодня не брали, потому что в прошлый раз взяли очень много и уже не хочется, накушались. То вот взяла горчицу, вот такую, 3,99 вот эта баночка стоит, 250 грамм. И хрен взяла. Баночку тоже такую, 3,99. Такие покупочки. И все, да, колбасы не покупали, только сыр. И а еще взяли селедку. Ну, подай мне, папа, селедку сюда. Вот там тоже была в таком ведерке, то селедка одна штучка. А есть филе селедки, есть всякие. Я взяла вот такие, как когда-то брали на развес. Одна селедка 3,99. $4 одна рыбина. То я взяла, они почищенные внутри. Вот такая. Три штучки я взяла. Тоже пахнет. Хочу сделать шубу. Салатик такой.